Ноль, минус одна, минус два. Привет всем, с вами Железная Цепь. С вами, как его, Ильяс Шакиров. Дима Колганов. Во, да. Самая любимая рубрика на игромании. После Ю, конечно же. Почему после-то? Незнайка. Ай-яй. Цой Кирилл Пирогов, здравствуйте. Домогаров Цой. Кто Домогаров? Илья Дмитрий Домогаров Цой. Так, да, всем привет, всем привет. Друзья, на прошлой неделе передачи не было, поэтому у нас сегодня есть много новостей. Мы пойдем по сокращенному циклу. Так, человек за белым монитором машет руками опять туда-сюда. Крутите, я свой микрофон. Правильно говорит. А теперь? Шиштовского не будет, тут как Шиштовский. А при чем здесь он? Не знаю. Нет, не будет. Подвиньтесь немного, у тебя опять рука обрубленная. Где? Ну правильно, потому что... Так, главный вопрос, что лучше, 4 гигабайта оперативки или 8, 16? Да, 16 лучше всего. Нежданчик. Эти забыли сделать. Как их? Таблички. Проболел я. Да. Ждете кофелейки или все-таки они будут шлак? Мы ждем. Мы, знаете, мы не столько ждем, мы понимаем, что не отвертеться. Что они все равно появятся. Парни, расскажите про PCI-Express 4.0. Будет быстрее, но разницы никакой. То ли отвалилось, то ли замучено. Личка, пожалуйста. Это очень важно. Там все светится. Ничего, конечно, не светится. Нафиг звук нужен. Покажи, что. Во, вообще тишина. Во, стой, дай-ка. Запломбировался. Правильно, зачем включать петлички? Ну, ты мог бы сам проверить все-таки. Так, у Ильяса заработал микрофон, раз, я ему починил. Раз, раз, один, один, один. Так, про PCI-Express 4.0 я уже сказал, он будет быстрее, но, как показала практика, как не было разницы между 2.0 и 3.0, я думаю, так то же самое будет с 4.0. Ну да, это то же самое, что и 3.0, только 4.0. Оно появится просто для галочки, потому что, ну, могут как бы, просто могут. Ну, еще заодно надо материнки продавать, чтобы на них писать PCI-Express 4.0. Не, единственный вариант успеха PCI-Express 4.0, это если обрубят обратную поддержку 3.0 и 2.0. Вот это будет, да. Знаешь, вот... Вряд ли обрубят 3.0, а 2.0 да. Ну, могут, да, отключить. Вон, например, да. Святая Авермедия ее, волшебные PCI-экспрессные карточки. Вставляешь PCI-экспресс 1.1, система ее тупо не видит. Слушай, знаешь, у нее еще когда проблема хорошо. Бывает, когда ты ее PCI-экспресс вставляешь PCI. Ну, да. Я один раз так сделал. Она лежит до сих пор как экспонат с обгорелыми ножками. Долго смеялись мамины гости, глядя на карточки обгорелые кости. Так, понятно. Вован, дай голос. Володька, давай что-нибудь. Ну, переживают люди, есть ты или нет. Да, есть. Куда я делась-то? Ну, да, звезды в кадре нет, ну, Володь, ну, что ты как это самое-то? Подожди, подожди. Человек 2 в кадре. Вова и Acer Predator 17X. И да. Без X. Без X. На X денег не хватило. На X не хватило. Не, на X реально дорого. Но ты же так все равно рад. Микрофон у Дмитрия куда-то в сторону зыркает. Ну, вообще, он, конечно, смотрит на меня, но если будут какие-то проблемы со звуком, он воротник смотрит. Что лучше, гигабайт за 270 X Gaming 7, 8 или 9, и вообще, как нормально ли будет карта 16-16-8-4? Так, подождите. Давайте разберемся с того, что гигабайт Gaming 7, 8 или 9, в принципе, без разницы. Там, ну, как бы реально все то же самое. По поводу... Карта 16-16-8-4, мне не очень понятен этот вопрос. Как бы на 270-м чипсете невозможно собрать конфигурацию 16-16-8-4. Или у них делители стоят? Почему? Нет, могут. На них, да, по-моему, делители? Нет, вот насчет 16-16... На 9-м гейминге, по-моему, делитель был. Да, но я тебе скажу так, вот 16-16, это уже как-то дофига, а вот 8-8-8-4, это уже реально. Да, это. Хотя какие когда реально. Подожди. 16 линий с процессора, возможно, 8-8. Если ты добавляешь третий PCI-Express слот, ты получаешь 8-4-4. Там не 16 линий с процессора. 16 линий с процессора. 270 чипсет это 7000 серии процессоров. Там 16 линий с процессора. Там еще можно от южник дернуть. Ну, от южника ты не дернешь на видях. На видях нет. Нет.
А так, в принципе, вот, ну, там на всякую периферию. В общем, так вот. Туалетный голос. Ну, какой есть, друзья? Ну, что можем поделать с этим? Реклама Acer или Asus? Да. А при чем тут Asus? Это вообще просто да. Yes. А, Zenfone 4. Zenfone 4, друзья, это Zenfone 4 Max. У нас на днях, ну, как-то на одной из передач спрашивали по поводу того, какой взять дешевый телефон. Ну, и на что они сегодня способны. Мы не смогли вам ответить на этот вопрос. Честно сказать, что давно не тестировали, давно не брали. Я, как обычно, озаботился просвещением своим и, соответственно, все для вас. Мучился. Достал телефон Asus'овский Zenfone 4 Max. Сегодня расскажу. Стоит он 11,5. Его можно взять на сером рынке. И официальный РСТшник в районе 13 тысяч. И сегодня расскажем о нем подробнее. Телефон интересный. Так что не уходите, прикольная штука. Так что, а реклама Acer? Ну да, да. Не, ну, в принципе, мы же давно, ребят, согласились с тем, да, реклама, значит реклама. Если есть в кадре, значит реклама. Мы это обсуждали уже. Если вы видите чужой бренд, то это реклама. Я еще да. Вот какую-то рубашку пиарю, только я не помню, что она, как, что за фирма. А, Коллинз, вот реклама Коллинза. Ты не знаешь, что там за футболка у тебя. Даже ни одного логотипа если не привесил. Келвин Клейн. Надо значки купить нам с тобой. Acer, да. Asus, там все дела. Да. Вот эти. Кепочки надеть. У меня, кстати, кепочки есть. Да, кепочки, да, хорошо. Да, какой-нибудь Republic of Gamers, там все дела. Слушай, а если шлем все хотел замутить, наверное, нужно будет, естественно. Я тут, шлем вон лежит, HTC. Если я тут в экипе айконовском посижу, они на шлем разорятся? Нет. Я так пытался музыку у Focal отжать. Не у Focal, а, то есть, фу, не Focal, Polk Audio. Ну, я не смог обосновать, почему в железном цехе онлайн нужно показывать Polk Audio, автомобильный музон, да, и какой им от этого профит. Вот, но телефон вот нам дали вообще без проблем. Я пересел с G6 своего на Zenfone 4 Max, и впечатление на самом деле море. Я думаю, что... Просто что-то невероятное. А, про G6. Вчера, короче, перед сном случайно врубаю телек. А у меня телек, ну, у меня стоит Nvidia Shield, и, соответственно, там YouTube, все дела. И нарываюсь перед сном на ролик одного популярного блогера, который такой, знаешь, ролик так классно называется. LG G6 спустя 3 месяца. Чувак, я помню, я смотрел, он облизал этот телефон. И там такие обшарпанные весь. Дрова. Вот, я сейчас, знаешь, так, я запускаю вчера, думаю, о, надо же, как бы, я часто ругаюсь на там всяких блогеров, на прессу по поводу того, что не хотят говорить никакую правду. Вот, и думаю, сейчас вот этот ролик, он подразумевает то, что чувак все-таки одумался, да, нашел все недостатки и хочет честно о них рассказать. Фиг. Просто скажи, дифирамбы телефон. Телефон-то неплохой, я это уже много раз повторял, но как бы ни по одному косяку человек так и не осмелился рассказать. Скажи, а почему ты все время ожидаешь, что скажут правду? Верю, кому? Понимаешь? Кому? Ну, просто верю в светлое человечество. Ну, согласись, сегодняшний уровень вообще вот IT, да, вокруг этой, скажем так, кто как рассказывает о железе, ну, настолько низко вот давно я не видел. То есть, ну, это просто кошмар, ужас. Дим, ну хавают же. Да понимаешь... Ну, а если хавают, подожди, зачем давай, делать лучше? Давай не так, давай не будем обижать все-таки людей и говорить, что они что-то хавают или еще чего-то. Понимаешь, должна быть такая вещь, как профессиональная, скажем так, этика, гордость, я не знаю. Ну, ведь у людей, которые занимаются этим делом, они должны как-то сами себя позиционировать. Позиционирование? А зачем, кстати, вот позиционирование, оно зачем? Ну, как люди, понимаешь? Ну, ты же не выходишь на, не знаю, ты в метро ездишь, но ты же не доходишь до того, что снимаешь портки и начинаешь посередине вагона гадить. Это же то же самое. Знаешь, людям вот... Это люди... как бы какие-то определенные моральные условия. Я понял. То есть можешь ты морально людям на там свою аудиторию врать им или не можешь? Можешь себе такое позволить или не можешь? Понимаешь? Ладно, как бы недостатки всегда когда-то скрывались, да, в свое время. Либо это делалось очень обтекаемо определенно, там, ну, есть такие варианты. Но всегда оставался вот этот вот момент, что можно было прочитать между строк и понять, да, то есть вот отсылка, намек, еще чего-то. Сейчас этого нет в принципе. Это просто вот дошло до того, что как бы откровенный вот недостаток устройства, да, вот вещь, которая просто не работает. Либо она косячная, либо еще что-то. В обзорах
умудряется говорить: о, а вот это вообще замечательно сделано. Конечно. Это лучшее, что я видел. Ты конечно. Такой смотришь, думаешь: боже, боже, ну как ты вообще это себе позволяешь так, такое говорить? Ну, а если бы ты ему ты сказал, уважай, уважай людей, понимаешь, ты рассказываешь людям, которые, Дим, не знаю, пойдут. То есть, знаешь, тут этот момент такой, что-то мы сейчас время очень много тратим, а у нас времени вообще нет. Конечно, конечно. Чего? Нету времени, времени нет. Времени нет, ребят, конечно. Мы сегодня до трех и очень быстро. А там я тебе очень быстро, я понял, что ты хочешь сказать, я тебе на все это отвечу. Вот понимаешь, если он будет такой правильный, такой, ну, говорить правду, да, вот это вот все, вот, это, вот, то ничего кроме этого ему не будет. У него будет какая-то такая толпа, скажет: молодец, чувак, вот мы посмотрели тебя и не пошли, не купили это, да, это вот это адское, вот, вот, такой, вот эту вот адскую кучку коричневую. Но ему ничего не будет. А если он будет принимать, как говорится, паровоз, то... Слушай, давай так, я уверен, что есть... То ему просто забашляют нормас, а если он еще в кадре... Да и ты понимаешь, я знаю, сколько башляют. Я знаю эти цифры. Люди... Это копье. Люди... Это просто смешно. Уже за это готовы просто так поступать. Но это реально смешно. То есть, как бы, ну, я не понимаю этого. Ну, еще, есть... этот принцип, который очень хорошо описан с скороговоркой. Да, сейчас для куражу я вам жопу покажу. Вот, ну... Ну, так что не надо тешить иллюзий. Ну, в общем, что-то я вчера загрустнул. Я так, чем так надеялся, я вот увидел это название видоса, думаю, ну, сейчас вот, да, и нет. Да и нет. Ну, непонятно. А по поводу того, что Володь будет меньше кушать, знаешь, я тебе что скажу? Реже. Реже. Как ты, что ли? Не, ну ты поднялся, поднялся. Ты же сейчас ходил кушать? Нет еще. Нет еще? Обед.ру? Нет. Заказывайте там. Ну вот, понимаешь, варианты монетизации бывают разные. Вов, я с тобой разговариваю. Вот, и смотрел условно в Дудя? Да. Да, канал? Ты видишь его вариант монетизации? Да. Хороший, качественный контент? Да. Посередине. Реклама. Пожалуйста. Все, реклама закончена, мы продолжили контент. Да. В чем плохая схема? Тем, что она мешает очень... работать, не мешает? Ну, да, мне просто не нравится реклама Дудя, потому что он очень сильно эмоционально пиарит какие-то штуки. Да он прямо говорит, что это реклама, хочет пиарить. Вот он вот единственный, понимаешь, когда у тебя написано через весь экран «это реклама», ты можешь делать, что хочешь, что хочешь говорить. Да. Это честно. Самый лучший обзор — это на шаурму у продавца. Ну, кстати, да. Слушай, реально, может, взять эту камеру сейчас что-то, как я погулял немножко по Киевской улице около вот этих вот сейчас Мосфильмов. Угу. Что-то я так, ну, находил километров 6, что-то пошли, возьмем камеру из-за шавух, сходим, поставим, там, посмотрим, снимем, как он делает, все нормально. Я думаю, народ из соседней будет. Слушай, уже есть блогер, который над этим поднялся, Хованский зовут. Он всю шаурму Питера съел. Ой, да Хованский, ну... Нет, будем. Я тоже его не смотрю особо, ну, как бы в курсе. Ну, скажем так, Хованский поднялся не на шаурме, а на своей подаче. Он не глупый человек. Вот я что могу сказать, вот судя по его разговорам, многие вещи, он говорит, он совсем не глупый. Это да. Он настолько не дурак. Ну, это одно дело, то есть, скажем так, подача, конечно, хорошая, то есть я могу его сказать, хорошая, но она не в моем вкусе, поэтому я его не смотрю. Так, подожди, нас тут спрашивают: Дмитрий, подскажите Wi-Fi адаптер для усиления сигнала. Смотрите, если лезть сильно глубоко и разбираться, да, я бы советовал применить к роутеру уличную антенну. Но это дорого. Нет. Да дорого. 1,5-9 она выйдет. Что, упал, что ли? Нет, не упал. Димас, ты упал. Давай тогда по-быстрому. Вот не трать время. Быстро скажи, ответь. 1000 рублей. 1000 рублей. Направлено. Что сделать надо? Ну, 1000 рублей это если покупать, можете еще сами сделать. Давай, 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 быстрее рассказывай. Что я рассказал. А детки купить? Антенну, господи, в этом самом, в интернете набираешь Wi-Fi антенна 2,4, 2,4, 2,4 гигагерц. Можете 5 поставить, но проще найти на 2,4, это, она будет и дешевле чутка, вот.
будет у вас антенна в белом, скорее всего, в белом пластиковом корпусе, либо такая вот длинная штыревая. Вот, от нее проводочек, да, будет, клеммочки обжаты. Давай смотри, Wi-Fi 2,4 ГГц, коэффициент усиления сколько лучше брать? Децибел так 10, а 11 это для ненаправленных штыревых, и децибел так 20-25 для направленных. Если взять хороший такой патч, это не смысл, что патч это заплатка, а в смысле антенна выглядит как такая фигня, и там 4 штуки, поэтому называется патч. Она плоская, порядка вот такой вот кубик, и усиление при хорошей настройке на потребителя или куда-то еще дает децибел 25-30. То есть, короче говоря, набираешь Wi-Fi 2,4 ГГц, антенну усиления и смотришь, если направлено 10-11, если направлено 20 дБ. Да, а вот, 8, а 8 косарей это уже такой, такая хорошая парабола с отражателем, с приемником. Понятно. Но бьет 5 километров на 8. Вот. Но если не хочешь заморачиваться, в принципе, за те же 1500-2000 можно купить репитер сигнала, но это, правда, не всегда очень надежно. Просто они работают, просто они настолько простые, но это ready to use, то, что ты не очень любишь, там даже напильником пилить не нужно. Вот, как мышку, да. Я люблю, маленькая заметка, я не люблю современный ready to use, потому что его нужно пилить напильником. Понятно, так вот, есть, короче говоря, 1500-2000, репитер просто в розетку втыкаешь, там можно любой брать, несмотря на бренд, еще чего-то, они в принципе работают. Они запускаются, и что-то выдают в эфир. Слушай, вот, знаешь, это проблема, зачем нужен усилитель, да? Когда большая квартира, либо сильно бетонные стены, я думаю, ты знаешь об этом, роутер ставишь, он пробивает 1,5 комнаты, а там, допустим, до кухни, до коридора просто не дошибает уже. Вот, репитеры, вот у меня есть, как бы, в семье случай, да, когда просто был куплен репитер вот в эту розетку. Работает, не требует никаких настроек, просто как бы зацепился, все прекрасно, как бы сеть ловится. Но и периодически эта параша отваливается, правда. Если вы готовы с этим мириться? Да, если готовы мириться, пожалуйста. Если нет, вот антенна, да вперед. Так, ладно. Нормально ты. Нежданчик такой. Ну вот. Никера не вижу в чате, но отмечу, что Зефирусом у нас некоторые накладочки, на следующей неделе будет, все, он нас ждет, завтра, послезавтра я его поеду забирать у Асуса, так что покажем, все будет хорошо. Так, не на правах рекламы, какую контору лучше заказать сборку железа, чтобы в ПУБГ на 300 FPS на утро, закажите у нас, Ильясом. Да. Да, как бы, если вам нужно 300 FPS в пубках, ну сколько процентов, 5, да, с ценной сборки возьмем? Стандартно 10% от цены комплектующих. Десятка? Ну, 10% от цены комплектующих. Соберем, пишите, личка, все дела. Опа! Что такое? Ага, отвалились. Так, слушайте, я больше пока не вижу серьезных вопросов. Вот другие сообщения. Человек спрашивал рядом. Про какой нужно собрать ком, чтобы GTA 3 пошло. GTA 3. Это было там, было не 5, там было 3. Да никакой, надо берете. Да вы юморист. Наливаете воду. Под GTA 3, ну я не знаю, ну 10-50 должно хватать за глаза под нее. Это да. И процессор какого-нибудь 4-ядреного. 750 Ti. Слушай, подожди, там же еще были дополнительные моды, если я помню, на сильно... Хотя, в принципе, 10-50... Про моды нам ничего не написали. Гример в студию, у Леи сегодня нет. Пока. А что в студию? Ну, загримировать. Так плохо выглядит? Хотят мне глаза накрасить. Да. Наверное, симпотный был. Тут даже 10-30 хватит, возможно. Так, плохо разбираюсь в железе, но хочу больше узнать, с чего лучше начать. С форумов. С чего? С форумов. Я бы не с форумов начинал, на самом деле. Заходите на любой железный сайт, открываете статью про материнскую плату. Любую. Да подожди, стой. Так узнается любая вещь. Открываете первую статью про материнскую плату и начинаете читать. Как только сталкиваетесь с незнакомым понятием, гуглите, находите следующую статью по этой теме, начинаете читать это, так дальше глубже уходите. Но это опять же, что вы хотите узнать. Все, а почему сразу сильно на форум не залететь? Вот скажи, пожалуйста. Ой, я не знаю, я давно уже по форуме не пользовался, вот честно тебе скажу. То есть, может быть, и есть смысл форума, ничего не могу сказать по этому поводу. Ну,
Возможно, возможно. Просто как бы, опять же, форумы. С форумов, понимаешь, там обычно часто встречается такое количество технически неграмотных людей, которые умудряются давить количеством постов. Есть и технические можно очень форумы, сильно где сильно накачаться, я понятно. И технически неграмотных надо людей берут так вот палкой. Демиус раз от нас тащить, но мы дадим пропуск, если вы нам дадите денег за сборку. И выведем с территории, и проведем туда, и поможем комплектующим пронести, и даже мотор вызовем. Если этот системник будет очень тяжел. Ну, тут пишешь, думать, стоит ли ждать месяца два до Coffee Lake, составит ли он конкуренцию Ryzen. Ну, смотрите, давайте так, мое мнение следующее. Coffee Lake, о домашних мы говорим. Core i3 будет четырехъядерный без поддержки гипертрейдинга, i5 будет шестиядерный без, по-моему, тоже поддержки гипертрейдинга, соответственно, i7 будет шестиядерка с поддержкой гипертрейдинга на 12 потоков. Частоту обещают у i7 там чуть ли не под 5 ГГц. И с учетом, в принципе, технических возможностей Intel, и я уверен, они более ответственно будут подходить к задачам, чем условно, чем AMD, то есть имея перед собой уже образчик процессора, да, который нужно вздернуть, Intel этим будет заниматься. Они не выпустят процессор, который будет слабее Ryzen. Может быть, в рабочих задачах будет чуть слабее. И дешевле. За счет того, что все-таки 6-8 ядер, 12-16 потоков, в каких-то задачах может быть медленнее новый i7 на Coffee Lake. А так, я думаю, в игровых тестах он точно будет быстрее. Он и так быстрее сейчас. То есть, как бы текущий Core i7 быстрее Ryzen в играх. Отстает в рабочих задачах. В Coffee Lake, наверное, расстраивает только тот момент, что Intel дает 6 ядер, дает 4 ядра в i3, по слуху мы сегодня сейчас об этом расскажем. Coffee Lake останутся в тех же ценовых пределах, что и текущие Kaby Lake и Skylake, то есть цена на них не изменится. И не, понятно, что это радует, но с другой стороны, меня очень печалит то, что в январе нам, значит, втюхали переоцененный процессор на Kaby Lake, и перед этим Skylake тоже втюхивали точно так же. Вот, то есть они стоят сколько? $420, по-моему, если не ошибаюсь. Может быть. i7. Да, то есть получается, значит, нам из года в год продавали за $420 процессоры сильно урезанные, хотя могли за эти же деньги спокойно отдавать 6 ядерки. Вот. Также обидно тех, кто сейчас апнулся до Kaby Lake на i7-7700, да, и узнал, что вот меньше чем через год появляются i7 на 6 ядер, и под них, блин, придется менять и платформу. И, ну, без и просто под них придется менять платформу. Это нехорошо, так, ну, это как-то некрасиво. Дим, ну, как тебе сказать? Во-первых, nothing personal, just business. Это я понимаю, я говорю с точки зрения сейчас пользователя. А во-вторых, с точки зрения пользователя, отнимаете назад два поколения и покупаете. Ну, тогда вы и не переплатите, и будет хороший выбор по комплектухе. Апгрейд не будет. Слушай. Вот проблема. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что, например, человек, который вот ранее тапки давай побежал... Я тебе скажу так. Если человек экономит деньги, да, то есть если ты покупаешь два поколения назад, ты знаешь, каким-то образом экономить пытаешь деньги. Я хочу заплатить за комплектующие ту цену, которую они действительно стоят, а не ту, которую мне хотят втюхать, так, с учетом того, что это последнее поколение, настройка, там еще барыга хочет побольше продать и все такое. Процессоры и видеокарты не дешевеют к концу срока жизни. На этом, в принципе, точка. Не понял, не дешевеют, в смысле? Нет такого момента, что вышел новый i7, старый подешевел. Intel не держит эту вещь. Как старый стоил 20-ку, только он будет стоить 20-ку. А я не говорю про... Про Авито БУ это другой вопрос. БУ можно купить i7 какого-нибудь предыдущего поколения. Ну, я, поколения. Да, я так и делаю. Мы давай не будем рассматривать БУ технику все-таки. Почему? В спорах. Ну, а зачем? Мы не спорим, мы обмениваемся мнениями, это раз. А, ну ладно. А почему надо, почему нельзя БУ технику обменивать? То есть, вот, объясню свою позицию коротенечко, в 20 секунд уложусь. Пользуюсь последние лет 7-8. Зачастую практически БУ техникой. Новый покупаю только какие-то расходники для инструмента и очень дорогой инструмент. Все. Отлично себя чувствую. Ничего из того, что купил БУ,
не сломалось вот само, либо подохло не своей смертью, либо закончилось чисто по сроку жизни. Так, ладно, давай побыстрее дальше. Стоит ли материнской платы Asus Prime Z270 покупать отдельно звуковую карту или у нас хорошие встроенные звуковые? Давайте так, если у вас хороший наушник, то стоит купить, потому что любая встроенная звуковуха – это отстой, простите уж. Если вы интересуетесь звуком и готовы отличить разницу между двумя звуковыми платами, дискретка всегда будет, ну, хорошая дискретка звучит лучше, чем встроенная. Мы как? Просто должны посмотреть обвязку дискретки, хотя бы просто вот как построена дискретная звуковая плата и что такое на материнке представляет из себя вот этот вот закуток звука, который, ну дай бог, как сейчас говорят, хотя бы еще электрически начали его изолировать. Это у HP не помогает. Не помогает и там... ни разу, ну хотя бы для вида. Так, конечно, встроенный звук это из разряда, не знаю, конфетка на сдачу. Но спрашивали про самый тихий вентилятор в корпус. Я вот недавно купил Thermalright Silent 120. Реально очень-очень тихий вентилятор, очень производительный. А так, а сколько ты отдал за штуку? Рублей по 400 отдал, наверное. Ну, собственно, да. Если хотите купить хороший, тихий, долгоживущий миллиметр, 120-ку, то это, ну, нет, я скажем так, это минимум 400, потому что, ну, 300 – это аукцион безумной щедрости. Ну, я брал в Никсе, просто приехал, взял самые, грубо говоря, доступные Thermalright, они оказались где-то вот, по-моему, по 400 да. рублей, забрал трех, вот недавно поставил в корпус, ну просто, просто офигенная вещь. А еще есть Nocto, дуют как сумасшедшие. Noise Blocker и так далее. Тоже очень хорошие, но там готовьтесь к тому, что один вентиль спокойно может стоить косарь. Так, друг просил спросить, на сколько лет хватит 1063 гигабайт, насколько она сейчас актуальна. Я не могу отвечать на вопрос, на сколько лет ее хватит, но сейчас она нормальная, хорошая видяха. Я думаю, пока игра натянет. Я думаю, еще год, полтора, два даже, и она будет вполне устраивать. Но опять же, то есть надо понимать, что сейчас 1060 это 35-40 FPS на ультра Full HD в любой игре. Где-то такой уровень. Ну, мертвый видюх, да. Сейчас надо минимум 6-8 гигабайт памяти видеокарты. Да нет, SteelLint, вы немножко ошибаетесь. Тремник все равно маловато, конечно, 3 гигабайт. Лучше брать 6-гиговую версию. Ну, сейчас как бы минимум считается 4 гига. Но опять же, с 3 гигабайтами прям вот ничего страшного не будет. Будут иногда лаги. Ну, микроподвисание, когда будет не хватать памяти, видяхе придется освобождать видеопамять и подгружать кусочки уровня. Короче, все будет тормозить. Да не будет тормозить. Тормозов не будет. Будут иногда просадки FPS. Так. У нас остался час до эфира. Давай, друзья. Час эфира, а не до эфира. Ровно час эфира. Поэтому мы сейчас прыгнем к телефону. Потому что не зря я его тащил, не зря я на него пересаживался. Вот. Итак, для тех, кто присоединился только недавно, в одной из передач вы нас спрашивали, какой телефон взять за условные там 12-13 тысяч рублей. Мы на этот вопрос не ответили, сказали о том, что давно ничего не тестировали. Но, насколько я помню, тогда мы посоветовали вам Meizu какой-то ноут. Я помню, что он был рабочий. Это последнее, что я тестировал из реально бюджетных телефонов. Но бюджетно, опять же, это было по RST 2016, 17, 18, примерно такой уровень. Поэтому я заботился вопросом, заказал у Asus телефон Zenfone 4 Max. Вот, ну и взял, слез на него с LG G6. Ну, G6, правда, сдох микрофон. Есть надежда, что это не прижим сим-карты пока еще. Ну, бывает от иногда. От неприжима сим-карты глючит микрофон. Глючит связь, сжирает последние слова. То есть это может быть микрофон, это может быть основной микрофон, это может быть сим-карта, это может быть слот для сим-карт, и это может быть микрофон шумодава. Засорился либо сломался. Шумода, кстати, наверное, даже ближе к этому, из того, что именно сжирает кусочек слов. Ты помнишь, да, я с тобой по телефону разговаривали? Какой там эффект был? Я просто себя до сих пор не слушал через этот микрофон. Еще он ну, просто... у тебя просто концовка как-то резко и так сравнительно плавно, то есть не вот так резко обрубается, так
чмойк, и закончилось где-то за секунду. Скорее всего, шумодав, значит, где-то давит. Вот. Вот. В общем, слез я с G6 перешел на четверку. Настроение почему 1080 и 1080 Ti не подходят для майнинга? Извините, отвлекся. Они прекрасно подходят для майнинга. Просто 1080... Стоит дороже. Нет, давайте так. 1080, она не дает такой... То есть она сильно дороже 1070, условно, да, но не дает адекватного прироста производительности в майнинге. То есть там, ну, срок окупаемости у нее довольно большой получается. То есть если выбирать между 1070... Если вы думаете о 1080 для майнинга, лучше все-таки взять 1070. Но если есть бабки, хотите потратиться, то лучше брать тогда 1080 Ti. То есть там не такая огромная разница между 1080 и Ti, но при этом производительность Ti в майнинге просто запредельная. То есть после... А, ладно, черт с ним. Короче, очень производительная карта. Вернемся к телефону. Так, распаковка. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Сразу говорю, телефона сейчас внутри нет. Вот он такой... Тряпочки был. Он здесь был. Его, правда, кто-то уже явно тестил до меня. Упаковка была сильно так уже повреждена. Инструкции, гарантийный талон Asus. Даже это надо все уже? Два года, между прочим. А, ну здесь еще скрепка лежит в комплекте с телефоном. Лезем дальше. Я не разбирал ничего. Переходник на OTG. Да ладно, вот это да, крутая вещь. Да, вещь крутая, но зажму. Я был, я все равно юзаю. Провод белый. Это я, кстати, вот за это я сейчас Asus выскажу, друзья. Телефон у меня черный, провод белый. Зачем? Давай на своем фоне. Вот, я просто не могу это понять. Я знаю, откуда пошли эти белые провода, это от яблочной компании, но зачем так копировать? Опять же, да, переходник. Телефон, Дим, прости меня, черный, переходник белый. Ну зачем? Ну сделайте темный переходник. Ну должно все сочетаться. Все это. Ладно, это, конечно, мелочь, придираться к этому не стоит, но... И зарядка опять же, белая. Давай так. Да, зарядка, естественно, белая. Как по-другому? От них лучше заряжается. Конечно. Это же, конечно. Это же стиль, который признан многими. Вот, но этим грешит не только Asus. То есть, грубо говоря, мой LG G6, да, он тоже черного цвета, к нему тоже все провода белые. Не понимаю этой логики, откуда она взялась. Может, просто успели очень много белых проводов и зарядок наклепать. Надо их куда-то вкладывать. Их слишком много. Пес их знает. Но если ну, что, можешь покрасить из баллончика. Такое. Вот, собственно, вся комплектация наушников в телефоне с телефоном не дали, хотя я не понимаю почему. Да, то есть это настолько копеечная вещь. То есть, ну сколько там наушник стоит в производстве? $1 можно было вложить. Меньше. Меньше. Самые дорогие наушники, я тебе говорил, плоские, 2,5 бакса в производстве, которые у нас продают потом за 30 баксов. Ладно. Мне казалось, что не портить имидж. Чей имидж? Плохие наушники к телефону, то есть что люди будут распаковывать, слушать наушники, а не полное говно. Ты жертва маркетологов. В чем изрядная? Просто, пойми, это просто экономия денег. Да. Когда у тебя партия на много-много тысяч устройств, это минус один бакс каждого устройства, это экономия денег. Если вот. Человек хочет купить хорошие наушники, он покупает хорошие наушники. Да, его не парит момент того, что у него плохие комплектные, да? Он просто их выкидывает, покупает себе нормальные. Почему тут это? Слушай, подавляющие... Помнишь, такие были плееры прекрасные? iPod... Всех версий. Не последние поколения, а самые первые. Одни из самых первых классики, в них очень стояли хорошие цапы. Очень-очень хорошие. А плохие цапы Apple начала ставить примерно с третьего поколения всех этих плееров. Вот, то есть я помню, у меня был Nano второго поколения, потом еще был Classic, тоже одних из первых поколений. Вот, там были очень хорошие звуковые преобразователи. С третьего поколения они стали ставить шлак. Ну ладно, не суть важно. Вопрос в том, что когда вот существовало второе поколение с очень хорошими цапами, люди все равно ходили с комплектными наушниками. Потому что никого не парит это. Никому не особо не нужен звук. Чтобы начать ковыряться в звуке, это реально надо по нему заморачиваться. И быть готовым тратить на него очень-очень много денег. Нам тут написали, что мы не разбираемся в звуке. Не разбираемся, окей. Как бы... Что? Наушники за 200 рублей можно отличить по звуку, а наушники за 2000 снова. 2000 это сегодня для больше, для 90% это очень дорогие наушники. Вот давай, исходи из этого.
Так, ладно, возвращаемся к телефону. Я сказал, наушников нет, но нет, ладно, нет и нет. Ничего по этому поводу страшного не могу сказать, то есть на мои какие-то впечатления не повлияло. Сейчас, друзья, я открою документ, где у меня некоторые выкладки по телефону. Буду рассказывать дальше. Итак, сам телефон. Сам телефон здоровый. Ну, не кислая, да, штука по размерам. Диагональ у него 5,5 дюйма. Это IPS, то есть несмотря на цену, хотя сейчас все, по-моему, телефоны даже бюджетные стали с IPS. Это было много-много лет назад, когда ты покупали дешевый телефон, мог нарваться на ТН. Помнишь? Было такое. Дешевый Нет. планшет на ТН, дешевый телефон на IPS. Вот, это IPS. У IPS разрешение 1280 на 720. То есть это HD телефон, но на самом деле я был сильно удивлен по поводу HD-шника. Но я очень много об этом часто говорю. Я не вижу разницы в телефонах. Вот ты можешь сказать, что это HD, а не Full HD? Ты видишь пикселизацию? Вообще не вижу. Ты видишь какие-то проблемы? Вообще не вижу. О том, что он HD, я узнал только вчера вечером, когда готовился к передаче и собирал технические характеристики этого телефона. Вот, опять же, про себя говорю. Может быть, многие это увидят. Да? Кто-то увидит пикселизацию, кто-то увидит какие-то проблемы с изображением. Не знаю. Я не вижу разницу между HD, между Full HD и между QHD на телефонах. То есть, ну, я смысла абсолютно не наблюдаю в этом. Но HD, так, как бы имейте в виду, что есть такой момент. Дальше, что мы здесь получаем? Экран сам по себе довольно яркий, ну не довольно яркий, он просто яркий. Это, конечно, там не 500 кандел или 600 кандел, которые бывают на топовых телефонах, но там 300-350 он выдает, я его замерял на белом поле. Дальше, по тому же экрану. На данный момент он, опять же, я говорю, я его юзаю с... пятница. С прошлой пятницы я на него поставил симки. Вот. На нем хорошее олеофобное покрытие, пока он не покрывается отпечатками пальцев жестко, но олеофобное покрытие, это, по-моему, где-то месяц живут, если я не ошибаюсь, оно потом все стирается на любом телефоне. Какое покрытие? Олеофобное, которое отталкивает жиры и отпечатки пальцев. Не собирает это все. То есть я вообще это... Нет, судя по тому, как... То есть у меня много в руках смартфонов побывало, но судя по тому, как они отталкивают, точнее, как они не отталкивают жиры и отпечатки пальцев, нет там никакого покрытия. Вначале оно есть, потом это все усугубляется, потому что на олеофобное покрытие, кстати, если кто-то не знал, да, это просто напыление на стекло, в данном случае это горелый глаз третий, просто напыление на стекло, которое работает, ну, в течение там первых трех недель, четырех недель, после чего оно просто стирается, ну, физически уходит отсюда. Так, дальше по экрану. Сказал, он яркий, ну где-то 300-350 кандел. Единственное, что вот в экране может быть не очень хорошо, на солнце он все-таки слепнет. Он слепнет не всегда, то есть на светлых тонах все видно, все хорошо на этом телефоне, но если это, грубо говоря, какой-нибудь фильм, да, с темными сценами, еще что-то, на солнце практически не разглядеть этот дисплей. Хотя я не уверен, разглядеть ли будет 500 канделами. Надо было сравнивать, смотреть. Ну вот, но я ладно, хотел спросить, меня... ты знаешь какой-нибудь телефон, на котором можно смотреть фильм на солнце и чувствовать себя не то, чтобы комфортно? У меня была Sony Xperia Z3, вот там вообще было что-то сумасшедшее. Там экран был с подсветкой вырви глаз просто. Если он врубался на полную, как он батарейку сажал? Вот так а вот. Sony, они как бы просто это, знаешь... Нет, у Sony были Z, Z1, Z2, которые батарею держали по двое суток вообще без проблем. Ну, не суток, давай так. Но подсветка не вырвала. Полтора дня, да, вот где-то. То есть ты мог с утра его снять, как бы проработать с ним, не зарядить его ночью, доехать до работы, там поставить примерно на зарядку. Ну, или где-то в середине рабочего дня поставить зарядку. Где-то с Z3 и далее они забили на это дело и стали разряжаться, как и все. Так, вот, ну ладно, с экраном мы сравним, потому что телефон у меня еще будет долго. Я думаю, несколько недель точно. Я о нем еще буду рассказывать. Дальше поехали. Про экран рассказал. Про корпус. Телефон здоровый. Я уже говорил, это 5,5 дюймов. Он 15 сантиметров в длину, 7,6 сантиметра в ширину. Ну, штука, скажем так, не для женских маленьких ручек. Даже после G6 я его взял. Это очень-очень здоровый телефон. И, к сожалению, я бы сказал, он скользкий немножко.
он не очень хорошо цепляется за руку. К нему надо привыкать. Его нужно привыкать к тому, что, во-первых, он еще и тяжелый, к тому же. Вот, то есть его нужно поддерживать пальцем, чтобы не улетал. Но ну, дело привычки. Дело привычки. В принципе, каких-то особых трудностей вот сейчас, через неделю, грубо говоря, использования, я не испытываю. По материалам телефон, что, кстати, прикольно для бюджетной модели, это металл, здесь пластиковые вставки. Наверное, это круто. Я не знаю, круто это не круто. Я скажу так, если бы это был бы чистый пластик, у меня душа была немножко спокойнее. Просто я вангую к тому, что краска с него полезет через какое-то время. Ну, ходовое качество-то это не влияет? Слезшая краска? Нет. Ну, отлично. Нет, абсолютно не влияет. По кнопкам здесь питание, здесь качелька громкости. Качелька громкости стала, по-моему, через неделю реально немножко качелькой. Ну, появился ход у клавиши, вот потрогай. Посмотрим, что будет дальше. Не-не-не, вот, чувствуешь, да? Ну, немножко. Нормально, разве это? Вот, расположение кнопок не знаю. Я лично предпочитаю, когда педаль и качелька громкости чуть-чуть больше разнесены, либо разнесены по разным сторонам телефона, угу. Потому что... Ты прижимаешь этот телефон к любой стороне, у тебя что-нибудь нажимается. Скажем так, лично я частенько... путаю, обычно бывает качелька громкости раздельная. То есть, когда хочешь нажать низ, а качелька громкости, я читаю книги с телефона, отвечаю за пролистывание. Я нажимаю отключить телефон и гаснет экран. Из-за этого, кстати, мне пришлось отрубить все сенсоры и тому подобное. Потому что внизу у телефона вот здесь дактилоскопический датчик. А у меня был и пару сенсорных кнопок. У меня был такой телефон, у него тут были кнопки, слишком сильно выпирали. Угу. Они очень любили, ты просто из руки в руку перехватил, а у тебя что-нибудь там нажалось. Я долго мучился, думал, как с этим, что-то пытался настраивать кнопки, потом понял, что не надо, как бы вилкой суп есть, взял дремель, подпилил немножко кнопки, и все стало замечательно. Угу. Ты пилил кнопки, да? Да. Это неплохо, хорошая вещь. Ну вот, ладно. Это что, опять же, касается внешнего вида. Про, давайте, технические характеристики немного расскажу. И начну с того. Первое. Телефон двухсимочный, поддерживает SD-карты. Причем SD-карты он поддерживает. Слот идет здесь тройной. То есть встают и две симки, и отдельная SD-шка. Что, кстати, большой плюс. Потому что во флагманских телефонах сегодня делают просто два слота. И ты выбираешь либо вторая симка, либо SD-карты. SD-карты здесь, кстати, критичны, потому что в телефоне в нашей версии есть две версии. Мне досталась самая младшая, самая дешманская модель. Это 16-гиговая. И радиомодуль тут один. Радиомодуль? Нет, не знаю. Вот это я еще расскажу. У меня не было под рукой второй симки. Вторую симку, как я понял, надо проверять на скоростях движения в машине, не стационарно. Я уже заметил. Нет, надо одновременно болтать по телефону и пытаться через вторую симку что-то делать. Надо смотреть вообще, насколько это работает. Потому что две симки на данный момент – это проблема для многих телефонов. Даже для дорогих телефонов. Глючат они с ними. В этом еще не проверял, еще посмотрю, как оно будет. Я так понял, две симки у нас существуют уже где-то года... Ну, года 4, как минимум. Ой, слушай, двум симкам очень много лет, но как бы очень далеко не все их ставят. Я не знаю, почему. Нет, я к тому, что, знаешь, вот к тому, что ты говорил, что люди будут относиться ответственно к обзору железа, да, начнем с того, что те люди, которые относятся к изготовлению железа, делают это не всегда ответственно. То есть вот те же самые две симки, это реально востребованная штука. Это очень востребованная штука, вот, но хорошо бы, когда, чтобы она была двумя. До сих пор никто не делает это нормально. Почти никто. Надо смотреть. Я вот про это я ничего пока не могу сказать. А-а-а. Это я расскажу на следующей неделе. Я просто не юзал две симки. Я даже SD-карту сюда не вставлял. У меня на это пока не было времени. Так, дальше. Давайте про железо. Про железо. Опять же, все узнал только вчера. Чего? Телефон бывает в двух версиях. Дорогая версия бывает на 8-ядерном Шапогоне 430. У нас, как бы, я уже говорил, что у нас довольно дешевый вариант. Это Snapdragon 425, 4 ядра всего. Чип Adreno 308, который отвечает за графику. Я, честно говоря, вообще не представляю, что такое 308 Adreno сегодня. Это может быть минус мне, может и плюс, потому что я не запариваюсь по этому делу. И вот, оперативки тоже. В зависимости от процессора бывает 2 или 3 гигабайта. У нас дешман, у нас 2 гигабайта. 16 гигабайт встроенной памяти. Вот. Выглядит все это стрёмно. Когда я брал телефон, я не вникал в его особые технические характеристики, но чисто вот
на, скажем так, внутреннем уровне я готовился, как бы так прилично сказать, вот есть слово очень хорошее, но его нельзя в эфире произносить. Я готовился к тому, что это будут дикие тормоза, и я буду от этого сходить с ума. Когда я стал пользоваться телефоном, вот... Ты внезапно выяснил, что их... Я тебе об этом рассказывал. Да. Я не мог понять. Во-первых, сразу говорю, телефон изначально... Он был восстановлен с точки отката LG G6 моего. То есть, соответственно, на него были вкачаны сразу все приложения, которые стояли на G6. G6, кстати, ты уже... смел. Уже я очень смел. А что мучиться? Ну, иначе я его буду забивать месяц приложением, которым пользуюсь. А так у тебя сколько всего? Вкатываешь? 10, 20, 40, 100? Штук 20, наверное, так, которыми я пользуюсь от случая к случаю. Ладно, все, я умолкаю. У меня одних мессенджеров стоит штук 7. Зачем? Потому что не могут все определиться, каким мессенджером пользоваться. Я вот знаю один мессенджер для себя, два мессенджера. У меня реально моих основных мессенджеров всего два. Skype, ну потому что на нем все сидят, все рабочие, и WhatsApp. Ну, у меня Skype это... Skype просто на нем все сидят, он бесполезный, бестолковый, я его ненавижу, но просто у него почему-то все. Ну, потому что нет альтернативы пока что нормальной, популярной. Да. Вот, WhatsApp, он просто быстро не надоедает рекламу. Плюс у меня еще стоит Viber сверху на это дело, который сыпет мне рекламы. Ну, там есть пара людей, которые не хотят переходить на WhatsApp, мне приходится держать Viber. Вот, у меня есть мессенджер фейсбуковский. Telegram. А? Телеграм стоит бесполезный абсолютно, я там, не знаю, с одним-двумя людьми общаюсь. Короче говоря, 7 мессенджеров у меня где-то примерно. Вот. Что еще жестко. Там у меня есть? Пара навигаторов из разряда, музыка гугловская, YouTube. Ну, ты спрашиваешь, что я часто пользуюсь, да? Хромы, читалка, две читалки, одна PDF-ная, одна FB2-шная, ну, электронные книги. Хочешь, что есть программы, которые и то жрут? Есть. Подожди, то, что жрут и то, это один вопрос. Но чтобы было удобно пользоваться, это другой вопрос. Есть хорошая читалка для PDF, есть хорошие читалки для FB2. Как бы. Я не их держу две, это несложно. Что, что еще часто пользуется? MX Player, ну, видосы. Не знаю. Не знаю. Примерно. Короче, хватает программ. В общем, сюда была скопирована точка восстановления с G6, телефон был забит наглухо, я перекрестился, думал, сейчас все, как бы, до свидания моей производительности. Но вот этот четырехъядерный, сейчас, друзья, я сейчас вспомню, 425-й, он стал работать, в принципе, на том же уровне, что Шопагон 825. Пятый, который стоял на G6. Я на этом телефоне, вот, на, опять же, не зарекаюсь, Android имеет свойство через месяц, через два начинать подыхать. Ну, и вот есть такое у них свойство Android. Если ты за системой не следишь, начинаешь ее накачивать приложениями, она дохнет. Потому я что тебе Android... больше что скажу. Android без перезагрузок зачастую начинает у себя очень плохо чувствовать суток через 5-7. Да. Это пока не перезагружался телефон, так? А через месяца 2-3, если на него еще всякую порнографию ставить, которую полно в этом самом-то... То, в интернете. Да, то загаженный вирусами десктоп, он тихо отдыхает в сторонке, это реактивная просто ракета какая-то по сравнению с загашенным андроидом. Это... Что, кстати, много говорит о том, насколько хорошо эта операционка проработана в плане стабильности и надежности. Нет, тут пишешь, хорошая читалка Cool Reader. Да, друзья, хорошая читалка, но она не под все устройства хорошо запилена. На, вот здесь она работает, Cool Reader. На G6 она, в принципе, отказалась работать. Она тормозила на переворачивании страниц. Я пользуюсь ей Reader Prestigio. А многие читалки, они очень сильно заточены под формат. Я уже понял, что у каждой читалки есть свой формат, который она воспроизводит хорошо. А все остальные форматы, такое впечатление, что это костыли такие пределы. Знаешь, как раньше был софтвар-рендер и хардвар-рендер. Вот у меня такое впечатление, что у них один формат — это хардвар-рендер, а все остальное через такие костыли прикручивается. Ясно. Ладно, вернемся к этому телефону все-таки.
Да ты что рассказал? Да подожди, подожди. Тут самое важное, и Asus я бы за это поставил памятник, попросил бы всех остальных скопировать этот подход. Собственно, мы понимаем очень простую истину. Здесь 2 гигабайта оператива. Здесь стоит реально слабый процессор. Да, я пока допускаю того, что телефон новый, поэтому немножко не тормозит, пока не тормозит. Но я юзал дешевые телефоны и, в принципе, знаю, что такое забитый программами телефон. Эта модель сейчас забита. Так вот, почему это все не тормозит? Вскрылось это где-то день на третий, когда я полез в софт ковыряться вообще, что происходит с этим телефоном. Так вот, аппарат работает на оболочке Zen UI. Оболочка очень простая, особо Android не портит, ну, довольно он стандартный, к сожалению, здесь очень много света, да, плохо а ты чуть видно. Вниз вот, а тут, в смысле, я... Не поможет, наверное. Чего? Вот так, вот так вот думаешь. Ну, чтоб, да, ну, чтоб да, софиты не били. Абсолютно стандартная оболочка, да, с какими-то своими иконками, еще чего там, нормальная тут сортировка программ, но ничего особенного. Короче... Самое главное, что сделала Asus, она написала комплект утилит, который называется PowerMaster. Этот PowerMaster, что он делает? Когда ты ставишь приложение на телефон, он его жестко сразу же блокирует ему весь автозапуск. Он заблокировал все приложения, что красавчик. У меня есть. Он их просто душит. То есть на данный момент здесь на телефоне с установленными, ну, где-то здесь, ну, вот с точки до G6, да, откатилось, встало где-то приложение 40-50 на него. Ни одного запущенного в диспетчере задач. Это он просто... никого не пускает. Вот этот жрущий Facebook бесконечный с мессенджером, фиг вам. Он дает им делать пуш-уведомления, дает, но в процессах они не висят. Мало того, что делает дальше этот Power Manager у них? Если у тебя здесь запущены приложения, да, вот ты запустил там одно, там браузер, это скорее не Power Manager, это Task Manager. У него, они называют его вместе Power Master, но это комплект утилит у них здесь. А сами они сколько жрут? Кто? Утилиты. Которые никому не дают. Я их не вижу в Advanced Task Manager. Я думаю, что они сделаны на уровне ядра уже работают. Скорее тогда всего, они крутые. Я их не вижу, чтобы они был загрузка процесса. Слушай, так вот, о чем, да, сейчас я говорю. А он рутованный? Нет, рут я на него не смог сделать. Пока нет. Может быть, чуть позже появится. Но я не очень, не сильно углублялся. То есть я, скажем так, посмотрел, есть ли он на OneClick руте. Я бы на самом деле оттуда бы еще напрямую. Вырубил вот, все гугловское. Короче, ладно. Дай договорю. Договорю. Когда запускаешь лично приложение, да, то есть вот тут несколько там приложений запустилось, да, много их висит. А что этот телефон делает? Нажимаешь. Все, он выгрузил их все из памяти нафиг на данный момент. То есть когда ты уводишь его в режим сна, он это просто все выгружает и говорит, идите-ка вы все нафиг. А бывает, что он глючит? Пока нет, но ему неделя. Ему да, неделя, это не показатель. Через полгодика вернется. Не через полгодика, я думаю, через месяц-полтора активного использования у него полезут глюки. Или не полезут, не знаю. Это, кстати, большая проблема тому, стоит ли верить обзорам, которые делаются за неделю-два телефона. Это невозможно реально его протестировать за это время. Так, что у нас еще по этому телефону? Про софт да я рассказал, про это рассказал. А, батарея. Ты меня-то спрашивал, сколько здесь? Да. Сколько я тебе ответил? Я не помню. 5. Тут батарея стоит на 5000 мАч. Это хорошая батарея. Это просто ураган батареи. Нет, короче говоря, батарея. Этот телефон по... Ну, я уже сказал, что он делает с Power Management, то, что он гасит абсолютно все. Все программы убивает. Так вот, с утра снимаю его с зарядки. Я примерно где-то час в день разговариваю, читаю с него книгу, пусть будет где-то еще час на чтение, поездка в автомобиле с работающим навигатором, включенной музыкой, сериалом, соответственно, при этом работает Bluetooth, GPS и еще что-нибудь, что у нас там еще, ну, GSM модули. Вот. Это примерно 2 часа в день.
к вечеру после такой нагрузки G6 умирал примерно часов 6 вечера. Просто как бы он говорил, все, у меня 15% заряда, тащи меня быстрее к этому. Кормушки. Да, 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 кормушки я очень хочу, хотя G6 тоже там, по-моему, 1003 мА, он довольно серьезный. У этого к концу дня остается 60% заряда. 60. Этот телефон ради эксперимента я не заряжал 2 дня. То есть вот я его поставил на зарядку вчера вечером. Вчера вечером я его воткнул в 1:30 ночи. Я его поставил на зарядку, на нем было 7%. При этом снял я его с зарядки за 2 дня до этого, с утра уходя на работу. То есть, наверное, это почти двое суток очень жесткой работы. Вот такая вот фигня. Это очень удобно. Я, правда, читал отзывы о том, как бы, я смотрел обзор на этот телефон, поражался, конечно, обзором. Очень всегда интересно, это весело читать. Да. Люди ругались на то, что нельзя в 2017 году выпускать телефон с такой огромной батареей. Идиот. Типа, зачем это нужно, когда можно... Лучше бы поставили, типа, знаешь, квик-чарж от Qualcomm, да, и пусть он заряжался бы за 20 минут на 50%. Это, типа, значительно удобно забежать в МакДак, там, зарядить быстро телефон и побежать дальше. Мое мнение, мы, наверное, с тобой старперы. Если телефон работает 2 полных рабочих дня в нормальном режиме, это хорошо. Да. И за это спасибо. Кстати, а вот этот ОТГ-шный разъем позволяет заряжать телефон друга. Отсюда дернуть немножко, подзарядить. Отличная функция. Амперчик дает? Амперчик. Амперы, да, в ускоренной зарядке. Круто. 1 ампер. Вот. Интересно, КПД посмотреть. Ну ладно. Я думаю, 60%. Стандартный. Ты что, упал? Че? Вообще-то стандарт, но если это брендовый зарядник, да, угу. Вот, точнее, брендовый Powerbank, то КПД там должен быть 85%. 60 это какое-то как китайское... Подожди, отдача одно дело. Я имею в виду 60% это этот отдал, соседний принял. И вот у них где-то вместе со всеми преобразователями их, дай бог, 60% и получится на заряд. Ну, вполне да, такое вот, может так, быть. Ладно, нам нужно сейчас будет же прыгать новостям, полчаса осталось. Отмечу последний момент. Я еще про этот телефон поговорю. Я уже сказал, я не могу через неделю рассказывать целиком о телефонах. То есть пока меня этот аппарат абсолютно, скажем так, удовлетворяет, я не вижу в нем каких-то проблем. Говорю, то есть очень хороший написанный софт по power management. Чем отличается, конечно, от флагманов? Ну, камеры, понятно, да, камеры здесь есть, их две, одна 13 мегапикселей стандартная задняя, 13 мегапикселей, вторая, вот, ну, какая разница, пусть будет вот это 13 мегапикселей, да, вот, вторая 5 мегапикселей, но типа ширик. Спереди 8 мегапикселей стоит. Качество, ну, я бы сказал, среднее, мягко говоря. Ну, это стандартно, опять же. Это стандартно для бюджетного телефона, что придется мириться с не самыми лучшими камерами. То есть, нет, ну как, тебя узнают, да, мышка, в принципе, вот тоже узнаваемая, да, на фотографии у нас получается. Но при увеличении видно, конечно, что это шумы, это работа софта очень грубая. Особенно ну, вот здесь вот на гранях это видно хорошо, на фотографии. Ну, господи, кропнули и нормально. Знаете, для Фейсбука, наверное, сойдет. Для того, чтобы открыть на компьютере, не сойдет. Впрочем, я скажу так, на G6 тоже не сойдет, хотя телефон стоит 54 тысячи. Смотришь на компьютере, все снимки запороты. Здесь то же самое, но для Фейсбука пойдет, для общения в Скайпе тоже сойдет. В общем, ладно, вот такая история с телефоном. Друзья, на вопросы текущие мы сейчас ответить не успеем, потому что нам нужно прыгать на новости, время поджимает. Но вопросы, если будут по телефону, вы пишите, я обязательно потом пересмотрю трансляцию на Твиче и вычитаю все и обращу внимание на следующую передачу, ну, либо через передачу, не знаю, может быть, через 2 недели лучше опять по нему тему поднять, ну, чтобы как бы больше понимать. Модель скажи еще раз, что это было? А, модель, что у нас? Модель Zenfone 4 Max Asus-овский. Стоимость 11500. Вот вы нас спрашивали про то, какие, на что способны сегодня дешевые телефоны. Вот мы говорим, вот есть 4 Max. Дешевый. Рабочий. Вот мы видим, что он работает. А? Телефон, слушай, ну, 11, да, телефон дешевый. Слушай, у него
Смотри, у него есть конкуренты, я не буду от Я скрывать. Не говорю про конкурентов. Конкуренты все. Есть и дешевле. То есть, когда я его изучал, есть у Meizu, есть у Xiaomi, есть у BQ, кто бы это ни был. Вот. У них есть модели, которые стоят, грубо говоря, 1000 на 2-2,5 дешевле. Они уже предлагают 8-ядерные процессоры, они предлагают 32 гигабайта оперативы, дают, постоянной памяти, дают 3 гига оперативки. Ну, как бы все на бумаге значительно лучше и быстрее. Но, опять же, это китайцы. У меня нет к ним доверия пока. Ну, я всегда в этот момент ставлю вопрос такой. А у кого лучший сервис, у вас или у Xiaomi в России? Когда этот телефон отвалится, а ты давно что-то. в сервис обращался? Давно не обращался, потому что, во-первых, я не обращаюсь в сервис, я пишу напрямую представителю компании и спрашиваю, что за фигня вообще происходит. Ну вот, так что я не про это делал сервис, не знаю, понимаешь, имея возможность просто сдать что-либо сломавшееся, это хорошо, когда у тебя это вообще возможности нет, это беда. Вот, друзья, ладно, все, пишите про телефон, задавайте вопросы, если кому-то интересно, он у меня пока, я им пользуюсь, и пользуюсь им честно, не как вот человек, который тут рассказывал про G6 через 3 месяца, а потом сказал, что у него еще второй телефон S8 Galaxy. Mm-hmm. И сразу понятно, что человек просто не юзал G6. Ну и красавчик. Вот, тут честно стоят мои симки, мои все рабочие приложения. Если он сломается, я об этом точно так же расскажу на GC онлайне. Если не сломается, то тоже расскажу. Глюки будем искать. Жду ваших комментариев, про что вы бы хотели еще у него узнать. Про этот телефон. Asus Тайвань. Да, Asus Тайвань. Штаб-квартира находится на Тайване. Производство ли на Тайване, не знаю, может быть и нет. Не все, скорее всего. Наверняка что-то делается в Китае, потому что ну, там просто попроще. Тайвань очень-очень дорогая страна. Все, давайте прыгаем к новостям. Так, кто готов новости открывать? Вот вам точная модель. Точная модель. Так, две руки и вверх. А я уже сказал. Прекрасно. Так, знаешь, с чего мы стартанем? На той неделе, когда мы пропустили железный цех онлайн, в Россию притащили феерический ноутбук, называется Acer Predator 21X. Я очень много уже рассказывал про этот ноут, это 21-дюймовый дур от Asus с изогнутым экраном. От Asus? Acer. С изогнутым экраном, внутри 2 1080. Кто-нибудь запустит ролик или нет? А зачем запускать? Забей, нормально, все и так. Димаш сейчас ноутбук повернет и покажет. Чего? Ну, то есть ролик включим на стрим целиком. Ну, включай. Хорошо. Ставить, что ты говоришь. Включай, да не надо меня оставлять. Да, мы просто будем дальше рассказывать. Короче говоря, этот ноут на 2 1080 собран, а у него механическая клавиатура на Cherry MX. Я, правда, не знаю. Да ладно. Да, Cherry MX. Красавцы. Но это вообще жесть. У него там прикольный еще тачпад переворачивающийся, короче. Что? У них клава смещена вот так вот сюда. Потому что не влезала. Там очень много железа. 2 1080, мощная система охлаждения. Ну, отлично, не влезала. Ну, короче, не влезала. Как на MSI... Титан GT 80. Забей, короче. Вот сюда смещено все это, то есть у нижней кромки стоит. Ну, он сейчас покажет. Полная механика Cherry MX, так как тачпада здесь места уже не было, да под клавиатуру, они вот поставили сюда. Красавцы. Вот. Но при этом, то есть, чтобы оставить вариант того, чтобы нампад, вместо нампада его поставили, вместо цифрового блока. Вот. MSI все время делали, решали как. Они сделали тачпадовскую панель, да, абсолютно сенсорную. И когда ты нажимаешь на блок на ней, она превращается типа в клавиши. На них загорается красная типа разметка с клавишами, еще чего-то. Но это неудобно набирать. Ну, сам это жесть. Знаешь, да, по тачпаду это, не клево. Это красиво выглядит, но не более того. А эти, короче, что сделали? Они просто это сделали съемной перевертышей панели. Тебе нужен тачпад, ты перекинул типа такой, знаешь, вставил в слот сюда. И у тебя, ну, сенсорная панель. Тебе нужна цифра набрать, ты его вытащил, прям перевернул, типа у тебя стандартная кнопка. На магнитик. Так вот, ноутбук это уже таскает где-то второй год, если я не ошибаюсь. Я его как минимум видел на 3 выставках, там все от него с ума сходили. Но он реально выглядит очень мощно. Причем еще он все модели номерные, их, по-моему, всего там 300 штук, что ли, limited edition, все дела. Вот, на бедрах мулаток собирались? М? На бедрах мулаток собирались? Наверное. Руками Тимофея. Так вот, на прошлой неделе это наконец-то официально привезли
в Москву и объявили официальный ценник. Тут просто можно угореть. 700 тысяч рублей за ноут. 700 штук. Вот как-то так. С двумя 1080. Почему так дорого, я не знаю. Наверное, из-за того, что была такая ручная сборка. Вот, мне понравился один из первых тестов этого ноутбука в России. Limited Edition. Слушай, я думаю, если ты захочешь купить 500, тебе сделают. Если ты оформишь заказ. Меня очень порадовал, есть один у нас крупный IT-блогер, который решил рассказать об этом ноутбуке. Ну, технические характеристики, ну, практически ни о чем мне о технухе никакой не рассказал, но обзор мне, знаешь, чем понравился. Сидит чувак, типа, знаешь, такой техспециалист. Ну, я, короче, тестил его на Counter-Strike. Потому что современные игры очень много весят, и нам было лениво их качать. Я затестил ноут на двух 1080 в Counter-Strike. Наверное, Counter-Strike тормозил. Нет, слава богу, он слушай, как-то, ну это вообще огонь. Хорошо бегал. Ну, смешно было. Ладно, не суть важно. Короче, вот, в России это представили, было очень весело. Вообще, как бы, тусовка была неплохая. Я там тусил до 12, что ли, я тут уехал. Единственная ошибка Acer была в том, что наливать начали до начала презентации. Asus такие ошибки не допускает. Вот, друзья, короче, вот, если хотите купить ноут, то, короче, можно за 700 косарей его взять. И там, по-моему, в подарок еще, если пораньше заказать, может, правда, уже эта акция прошла. Еще один ноут. Не-не-не, мышку, наушники и коврик, что ли, дают. Такие дешманские, причем за 1000 рублей. Знаешь, что было очень прикольно на этой презентации Acer? Короче, они там разыгрывали ноутбук среди журналистов. Этот? Нет, не этот. 15-й предатор. И что? Вот. Не, прикольно было в том, что, ну, типа, нужно было себя сфоткать, там, выложить в Инстаграм, Фейсбук, еще чего-то. Мне было это делать лениво, я Арсенича там встретил. Другим были заняты. Вот. Короче, мне понравилось, типа, там с случайными числами отбирают и победители, да, и тут вдруг выбираю, знаешь, как бы, ну, с разных соцсетей по человеку, ну, вот, вызывает трех, я такой сижу, думаю, о, наверное, сейчас три ноута подарят, а потом берут это с случайными числами, типа, одного выбирают, и зачем на сцену людей выводят троих, знаешь, но выбирают только одного, всем сами говорят, давай, до свидания отсюда. Да. Не, ну что, типа, мы эти комплекты наушников дали, а там комплект наушников, знаешь, что эти SteelSeries Siberia, по которым все логотипы свои вешают, там, MSI, Acer, то есть они у всех есть. А тут Acer был, да? Да, тут был Acer. В общем, вот такая новость, ну, нельзя ее было обойти стороной, потому что за 700 штук ноут продавать, это, конечно, сильно. Вот. Кстати, там на следующей неделе должен приехать GT75 SLI. Тоже на 2.1080 от MSI. Большой-большой игрок. Так что и с 3D прям там давай. Избавляйся от него, лечись. Да, друзья, у нас, кстати, появился все-таки 3D-риппер. Он сейчас собран, но поэтому на эфире мы не показали. Пока скажем про него так. Не работает. Могли бы на самом деле показать. Потому что он собран, что он разобран. Да. Вот, ладно, короче, драйвера пилите, давай, короче. Давай поехали по новостям теперь. У нас много новостей от AMD. Начнем с того, что наконец-то разобрали RX Vega 64. Если вы помните, никто не знал, что там за, как ее, водяная система охлаждения, от кого, кто производитель. Оказалось, что это Cooler Master. И держит на где-то 54-55 градусов на чипе. Крути. С отводом, соответственно, с 300-ваттного чипа. Результат хороший, Cooler Master поздравляем. Пули этот ноут держит, у меня есть такой насыпать будет держать. У меня есть такое впечатление, что это не совсем Cooler Master, ну да ладно. Почему? Ну, может, они кожу просто сделают, что ты переживаешь? Короче. Держат 54, молодцы, да, поехали дальше. Тоже считаю, что молодцы. Дальше, смотри, по поводу всяких систем охлаждения. Asus, я просто не смог пройти мимо, да, Asus начала готовить Strix-версию RX Vega. А ты помнишь эту Strix? А вот эту я хочу посмотреть. А вот эту Strix мы помним. Слушай, у нас была 1080, я, как я понимаю, тот же самый кулер, тот же дизайн. Нет, знаешь, я более того, я уже вижу, что это будет тот же самый кулер по одной простой причине. Они как-то, походу, изначально у пацанов заказали, сказали, чуваки, вот у нас будут свои видеокарты, сделайте нам нормальный кулер такой.
чтобы надолго хватило. Слушай, там же не только кулер в этой у Стрикса, да, там все классно было. Да, но вот это вот, пайки, сам, и все да, сам основной блок, ну, видно, в легкую видно, можно да, делать. Да и видно. Просто конечно, вот так немножко, вот наверное, переставил нормально. Там, 300, короче, знаешь, берешь так этот прям основаниями и с трубками чуть-чуть подогнул его, ставил. Кстати, про подгибы тоже прикольная штука узналась. Asus и другие производители, которые будут делать свои кулеры, столкнулись с довольно странной хренотень. Оказывается, RX-вегасские чипы, да, они делаются на разных фабриках. Да. Есть две разные фабрики. Нам бы картиночку бы на экране сменить. Да, молодой человек. Молодой человек. Пойдем. Да, на Strix уже посмотрелись, порадовались и хорошо. Короче говоря, производители столкнулись с такой забавной штуковиной. Оказывается, из того, что чипы делаются на разных фабриках, немножко различается размер упаковки. Молодой человек, другую картиночку, пожалуйста. Вот, молодец. Короче, да, различается немного размер упаковки чипа. Буквально 0.5 миллиметра. Всего лишь. Подожди, стой. В ширину? Высоту. Разные используют клея, разный клей используют, разные варианты креплений. Из-за этого 0.5 миллиметра разницы. И, как ты понимаешь, производители видеокарт с нестандартными системами охлаждения сталкиваются с тем, что на некоторые чипы их система может просто не дотягиваться. Ну, я знаю, как сделать ее в этом, ну вот на эти размеры универсальный, но то, что другие ленинцы на это такие сделать, это... Ты про что? Давай по-быстрому. Ну, быстро, у нас еще 18. Быстро. Ну, суть в том, что можно вот этот вот, то есть разделить основную часть. Слушай, так, нам написали 0.1 миллиметра высоту, да, спасибо, ошибся, нет, 0.5. Ага. Ну, это, кстати, тоже, потому что... Пасту больше мазать — это не вариант. Вообще не вариант, причем. Это очень плохой. Таким вариантом вы просто уменьшаете теплопроводность. Сравните теплопроводность любой, даже самой крутой теплопроводной пасты, кроме жидкого металла, и про теплопроводность меди. Угу. Вот, да. Ты делаешь, как на многих боксовых кулерах к видеокартам, да, что AMD, что NVIDIA, у них алюминиевая пластина, которая накрывает всю фигню, она сделана механически отдельно от пятака с радиатором под ядро. И если все винты открутить, то этот радиатор непосредственно самого графического чипа, он там валандается, причем так хорошо валандается на несколько миллиметров. Поэтому ты сначала притягиваешь его, потом основу, и все, в принципе, нормально, все хорошо прижимается. А вот если у тебя какой-нибудь full-cover waterblock... Так, ясно. Давай ускоряемся. Угу. Еще ускоряемся. Еще когда waterblock... Продолжай. Ну, давай, договаривай. А фулкавер ватерблок делают из цельнолитого куска меди. Ну, как цельнолитого? Одного куска меди. Чаще всего. И вот там ошибка на 0.1 мм может стоить тебе, в принципе, графического процессора. То есть он может сколоться. Угу. Так. Поехали дальше. Вопросы есть, там нас спрашивают по поводу прошивки Vega 56 до 64 и разница получается 2%. Смотрите, да, по Vega 56 они начали появляться сейчас новые платы, и узналось то, что можно на Vega 56 накатить BIOS от Vega 64. Вот, он прекрасно встает, но блоки не разблокируются, но частоты повышаются в видяхе. Ну, что, естественно, положительным образом. Я думаю, через какое-то время эту малину прикроют, конечно, как прикроют. И со всеми остальными. Естественно. Я думаю, это просто вообще сами МДшники накатили, но все выпустили. Что мы могли так делать. Ну, надо же поддерживать интерес. Они бы лучше дрова допилили. Знаешь, на самом деле сейчас Vega проблемы не столько с дровами, сколько с ценами на эти видяхи. Потому что на данный момент за рекомендованные, сколько там, по-моему, $499 Vega купить невозможно. Причем ее даже не могут купить магазины, а я не про Россию говорю, в России это понятно, там их, скорее всего, и не было здесь у нас, кроме привезенных в чемоданах. Надо посмотреть. Вот, а плюс майнинговая история, ну, майнинг захватил и западные тоже всем, как их... Страны, хорошее слово. Вот, все западные страны там тоже все начали болеть майнингом. В общем, видях нет. И цены на новые веги завышаются уже не то, что на уровне магазина, а уже на уровне поставщиков, дистрибы. Они уже в магазины отпускают по сильно более высоким ценам. Нифига. В смысле, нифига. Бабки зарабатывают.
Дистрибы — это те, кто привез завод. Я знаю, кто такие дистрибы. Ну вот, они уже бабосу зарабатывают, все хорошо. Они покупают, наверное, у AMD за нормальную цену, а потом сразу накручивают и продают магаз за более дорогую цену. Магазин тоже надо заработать, и он тоже накручивает уже для нас. Вот. В общем, с ценами беда. AMD сама по себе говорит о том, что вроде как октябрь-ноябрь там у нас все наладится, но что-то, по-моему, ничего не похоже на то, что что-то наладится. Покупайте Vega в следующем году. Да, что Vega, там уже 2000 GeForce должны быть. Пора уже, 2 года прошло, 10 серия. Ну, пока хватает. Ну, 1,5 года прошло. Слушай, пока хватает. Не, пора новый. Ну, что, ну, уже никто не смотрит даже видосики наши про VDI. Кому они нахрен нужны 1080? Ну, не смотрят и не смотрят, да, покупать. Надо, чтобы смотрели. Ну, покупать покупают, и нормально, что-то. Баблос есть, нафига париться. Да, хорошо. Дальше поехали, переходим. Так, от NVIDIA у нас в этом за 2 недели ни слуху, ни духа. Они там только радуются тому, что скоро выходит Destiny 2. Вот, там уже дрова допилили. Ну, в общем, это такая игра, стандартная классная новость. Да, ММОшка шутер. Вот. А, прыгаем в другую новость. Переходим на Intel. Вот от Intel у нас много новостей. Во-первых, как я уже сказал, появилась информация о том, что кофелейки не подорожают. Ну, останутся в тех же пределах. То есть то, что раньше было 2-ядерным, теперь будет 4-ядерным за те же деньги. Что было 4-ядерным, станет 6-ядерным. В общем, классные новости и очень радостные. Ну, мы да. уже обсуждали в самом начале передачи, поэтому лучше скажем о том, что начали появляться первые тесты 16-ядерника от Intel. Это Core i9-7960X. Вот. Это, грубо говоря, прямой конкурент Threadripper. Все. Ну да, здесь он под азотом. Дружище, не то открыли. Это новый 16-ядерный Intel бьет все рекорды. Открываем его и показываем там вот все. В общем, короче говоря, эта штуковина понаставила рекорды везде, кто только могла. Без разгона в стандартном пользовательском режиме. Ну, то есть, грубо говоря, напрямую. Зачем там фен? Фен? Ой, давай попозже мы тебе чуть расскажем, или я стихаю. Вов, а это, ну, а он выглядит лучше, понимаешь, так выглядит лучше, выглядит лучше. Феном, да, выглядит симпатично. Ну вот, видишь, ну вот, и все, этого достаточно, ты же знаешь. Главное, чтобы выглядело хорошо, понимаешь? Выглядит прям четко, пробитая сетка на феном сзади. Да, 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 это такой стимпанк, это специально сделали, специально. Выглядит хорошо. Главное, чтобы как выглядит, а не как работает. Следующая новость у нас какая? Дим, ты не отвлекайся, давай. Да, знаешь что? Опаздываем. Так, да, опаздываем. Так, эту новость мы чуть пропустим. Так, с Intel закончили. А, вот, это я, ну, не могу пройти мимо, можно было пропустить. Давай, Дим, все остальные, да, Asus указал плату для майнинга. Короче, Asus тоже втиснул систему майнинга и выписал потрясающую просто материнскую плату. То есть я ее когда увидел, я был настолько впечатлен, что я обязан этим поделиться. С 19 PCIe Express слотами. Вот она. 19 штук. Это просто нечто. Это отлично. Впечатляет, да? На 250-м чипсете, на самом дешевом. Последняя картинка там, по-моему, давай пролистай, вот она будет как раз. Там очень хорошо все видно. Я, правда, не знаю, как они обошли вариант того, что сам проц больше 17 PCIe устройств не воспринимает. А у меня такое ощущение, что как-то смогли это сделать. У меня такое впечатление, что там просто задействован какой-нибудь хитрый хаб или какой-нибудь хитрый контроль, который вместо одного устройства может принять 3 и не сказать об этом процессору. Что-нибудь типа того, то, что я уверен, что ну, вот эти 7 PCIe устройств, это... Не, знаешь, это вот а-ля как было в этом, что типа если ты в старые компы дофига, ну совсем старые, начало 90-х и... 10 минут. Середина 90-х, 9 уже. Вот, вставил дофига устройств, то будь любезен сам ручками раскинуть прерывание. Если ты хреново раскинул прерывание, то кто-то работать точно не будет.
Так, нам очень тут умный комментарий написали, Rain31.rus, не могу ответить, не ответить. То, что на мамке есть допшип, что еще линии добавляет, не слышали. Давайте так, мамка не может добавить линии, да, то есть есть чипсет, который жестко задан, его заданные параметры, с ним ничего не сделаешь. Максимум, что можно сделать, это сделать делитель на линии, то есть от проца идут 16 линий PCI Express, да, которые работают с видеокартами, если я сейчас ошибаюсь, поправлю по-быстрому. Если идут эти 16 линий, их можно разделить. Их невозможно увеличить их пропускную способность или еще чего. То есть можно просто одну линию превратить в две. Знаете, как вот вы используете розетку, да, вставляете туда тройник, да. Ну, там только немножко более муторный хаб. Ну, да, да, да. Вот, а вопрос в том, что даже на этом делителе вы, ваш проц видит, что у вас количество PCIe устройств увеличивается. Максимум проц может сожрать сегодня 7 PCIe устройств. Это максимальное. Больше невозможно. То есть, как бы, понимаете, такое ощущение, есть, что это софтварное ограничение. Райзеры, понимаешь, есть райзеры, это фигня, которую ты вставляешь, ну, чтобы видяхи вытащить. Да, я знаком, да, с этим, да, явлением. Да, знаком. Есть райзер на 5 слотов. Ты их вставляешь, он все равно жрет 7 устройств. Есть райзер, который зафигачиваешь в один PCI. Я просто уверен, что это чуть-чуть софтовое ограничение, потому что что-то как-то оно выглядит каким-то. У кого? У Intel? У AMD Threadripper то же самое, у всех у Ryzen то же самое, у Intel все одно и то же. Максимум 7 устройств. Все, до свидания. Хотите больше, купите Xeon. Ну что, берем мамку на тесты и вперед. Я думаю, их не будет в России в ближайшее время. Так, Ромик, кстати, скажи. Про майнинг. Что отметим? Ромик, может, сам уже майнит. Еще бы. Короче говоря, тут забавная вещь такая. Прилетела от компании Inno3D. У нас она не представлена, но я думаю, ты про нее слышишь. Более чем слышал, я ее пользовался. Короче говоря, эти ребята сказали о том, что сейчас от них выходят видяхи уже с конкретной наклейкой. О том, что карта, на которую майнились, при обращении в гарантию обнуляется. Мы ничего не знаем, это не назначение этой видеокарты. Майнили, разбирайтесь сами. Сгорело, не наши проблемы. Мы не делаем видеокарты 24/7. Вот наклейка, а ты на 3D. Ну да, научились. Слушай, пока нет таких доказательств, но инженеры тоже не идиоты. Понятно. То есть человек, который сидит в приемке, он прекрасно все понимает. Да. А думаю, обосновать, доказать, сейчас найдут способы. Опять же, если это будет огромный вал. Сгоревших видях. Но вот и на 3D уже перестраховалась по этому поводу. Фу. Дальше пошли. Про железо отбарабанили. Извиняюсь, что так быстро все, к сожалению. Мне нужно просто сейчас вот в 3 уже посидеть в машине и рвать на другой конец города. Мой тебе совет. Ныряй не в машину, ныряй в метро. Нет, а потом мне сюда вернуться в машину. Вот тебе спасибо. Я практически домой еду сейчас. Ну, близко от дома мне будет. Ты вспомнил, да, сегодня какой день? Сегодня? Да. 31 августа, завтра 1 сентября. Правильно. Скорее всего, нормальные люди сразу купили, сейчас уже в предвкушении пенсуют. Потому что завтра выходной у них. Ну, официально выходной, надо детей в школу проводить, а так просто выходной для взрослых. Да? То есть, я думаю, если люди просто хотели проводить бы детей на линейку, да, они бы на часик попозже попросились на работу приехать. Ура, выходной. У нас тоже будет? У кого? У тебя? Если идешь в школу, то да. Если нет, то нет. Так, поехали. На той неделе компания Samsung наконец-то представила официальный Galaxy Note 8. Это новый флагман компании, то есть продолжатель серии Note 7. Будем надеяться, что он не будет гореть как семерки, да, что проблем не будет. В общем, появился 8-й Note. Он очень дорогой, к нему даже на халяву начинает опять дарить очки, какие-то док-станции и тому подобное, если сейчас заказать. Вот. Но по техническим характеристикам штука просто огненная. Это 6,3 дюйм экран QHD. Как я уже сказал, правда, я нифига не вижу QHD, Full HD, HD. Там. Ну ладно, это фиксим, это моя личная проблема. Super AMOLED. Это Super AMOLED я, правда, тоже не люблю. Не нравится он мне.
Я за IPS топлю, но это тоже дело субъективное. Ну, вот. Построен он, соответственно, пока точно не говоря, что за процессор не называют. То есть там 8-ядерник бывает 2,3 ГГц, либо 2,35. Я как бы вангую, что это либо Exynos, либо 835 Шапагон. А оперативки у него 6 ГБ будет, 64, 128, 256 ГБ собственной памяти, куча софта стандартного самсунговского и стилус. Очень такой прикольный стилус. А, кстати. Ну, Note 8 этим славится. Я, кстати, Note, да, по-моему, и второй, нет? Да, кстати. Вот, у тебя второй Note. Меня он, вот... ты им же доволен, да, мужик? Меня, знаешь, что раньше? Ну, во-первых, вот это. Так, вот, да. А потом? Вот это что такое? Телек? Это антенна. Телевизионная? Нет. Радио? Да. Ну, не то, что радио. Вообще жесть. Да, но ты много видел смартфонов, которые так умеют? Я помню, у меня был смартфон Гигабайт. Все, молчи, бог знает. На втором или третьем курсе института у него была антенка, он телек ловил. Вот, такой был смартфон. Вот, по поводу этого телефона отмечу сразу. Односимочный с поддержкой SD-карт, будет вариант с двумя симками. Сзади у него сдвоенная камера. Разрешением 12 мегапикселей, спереди фронталка 8 мегапикселей. Беспроводные зарядки у него есть и... Да, поддерживает беспроводные зарядки и поддерживает быструю зарядку QC 2.0. Ты вот сейчас перечитаешь характеристики, так. У меня всплывает... Взрывает мозг, нет, да? Нет, у меня всплывает в памяти вот это вот перечисление разъемов на задней стороне материнки. Не, ну здесь хоть какие-то важные характеристики. У меня просто нет времени сейчас у нас разглагольствовать на эти темы. Короче, телефон крутой, дорогой. Будем надеяться, что не будет гореть как Note 7. И порадуемся за Samsung, если это действительно случится. Дальше поехали. На той неделе Google у нас представила 8-й Android. Официально. По-моему, уже начали заливать на последние Nexus. 8-й Android, почему он называется 8-м, я не знаю, могли бы назвать 7.2, потому что на самом деле ключевых изменений нет, наверное, мелких допиливаний дофига там, я уверен, за год сделали. Ну, какую-то мелочок, ну, знаешь, как видеокарты вот сюда делают, да, много-много-много делали, а потом бахнули побольше частоты. Да. Я думаю, здесь то же самое, но и, ну, все равно нужно... Дим, запускай ролик, ну, что ты? А, тут Саша, да. Странно. Саш, запускай роль. Так, основные преимущества Android 8, которые заявляет сама Google. Первое, это увеличенная скорость загрузки телефона. Ну, видимо, придется, наверное, часто заряжать, поэтому пришлось увеличить скорость загрузки его. Научился убивать утилиты. Ну, к восьмой версии. Восьмой. Ну, Asus сделали это в седьмой, так что молодцы. Офигительная вещь, картинка в картинке. Это прям вообще, я считаю, суперская штука. Я вот на этом... Ну, картинка в картинке, ты смотришь, типа, вот, и как бы фильм смотришь, раз, здесь его сделал маленьким кусочком, типа. Я не знаю, зачем это делают и кто это придумал. Ну, это невозможно на телефоне всего пользоваться. Это стрим посмотреть и при этом почту проверить. Вот такие вот штуки. Да, часто. Понимаешь, как бы в этот момент Android позволяет чаще всего сделать что? Свернуть приложение, если это не YouTube, свернуть приложение, оно сзади болтает, да. На фоне, как да. Бы, а ты уже дальше смотришь почту. Просто мое мнение, на вот маленьких экранах, даже вот эти 5,5 дюйма, это мало. Как бы сюда свернуто окошко видео, это все равно, ну, какой-то да. Смех, да, но все равно ничего не работает. То есть, как бы на том же, это умеет YouTube Red, надо за это забашлять бабла просто, и он тебе будет работать в фоне. 10 баксов, по-моему, в месяц. Но это надо через VPN заморочиться, чтобы у нас в России пока это закрыто. Да. Раньше, кстати, это можно было сделать сторонними программами, но когда объявили о том, что появится YouTube Red, сторонние программы всем доступ перекрыли к YouTube. Понятно. Вот, я в свое время жаловался на это. Ну правильно, зачем давать так, бесплатно? Да, так, картинка, в картинке все. Видимо, друзья, это наша последняя новость. У нас там будет еще, перенесем на следующую неделю кое-что. И последнее по поводу обновления Android 8. Они придумали забавную фишку. Теперь уведомления, вот когда вот, допустим, есть... Что?
прошу. Ну, придется, да, про Watcher рассказать. Ладно, расскажем еще про Watcher, раз уж открыл. Короче говоря, теперь, допустим, если над Фейсбуком, да, висит циферка, да, там типа одно-два уведомления, то можно будет, грубо говоря, ткнуть в эту циферку, и сразу здесь на экране поп-ап появится, который покажет, что там произошло. Ну, чтобы тебе не запускать это приложение и просто сразу увидеть на экране, открывать, не открывать, стоит, не стоит. Вот такая вот фигня. Ну, типа уведомления. Так, ладно, Саш, давай открывай ту ссылку, которую ты запустил. Это новость про, ну, она уже не настолько важная, про Watch 3. Насколько известно, скорее всего, они будут выглядеть так же, как все остальные Watch, ну, потому что дизайн очень сложно поменять, потому что это же вообще идеал дизайна, согласись, часов, да? Мне круглый больше нравится. Да это какой-то... Мне тоже круглый больше нравится. Это я вообще не понимаю, почему такое сделали дизайн. Ну ладно, люди покупают, значит, всем нравится. Короче говоря, главное будет обновление Watch 3 в том, что у него засунут LTE модуль. То есть в него можно будет запихать симку, а может Apple уже бессимочно это сделает вещь. Они же вообще пропагандируют такую штуковину, чтобы симка была уже встроена, и ты просто через приложение подписывал контракт с оператором, который тебе удобен по тарифу. Ну не надо карточкам этим привязываться, зачем? На самом деле я согласен, что это довольно круто. Вот. Короче говоря, там будет LTE модуль, но звонить с него нельзя будет. Он там будет существовать только для того, чтобы поддерживать какие-то приложения автономно, без телефона. Но это, к примеру, наверняка понадобится тем, кто занимается бегом, потому что у них есть такая тема, не брать с собой телефон, там, грубо говоря, часы нацепил умные, да, и побежал куда-то. Ну, в магазин за батл. Есть такие. Друзья, 15.01, у нас есть еще, конечно, интересные вещи, но, к сожалению, нам нужно завязывать. На следующей неделе мы обо всем дорасскажем. Не забудьте про вопросы по телефону, да, и я прочитаю обязательно, к сожалению. Что за вопросы по телефону? Ты хочешь, чтобы тебе позвонили сюда? На что обратить внимание в телефоне и о чем хотите, чтобы мы рассказали? Вот в этом дешевом телефоне. Вот именно что конкретно проверить? Все, пишите, не стесняйтесь, можно даже в личку писать. К сожалению, надо бежать. Спасибо всем большое. С вами были Ильяс, Дмитрий, Володя, как оказалось, Саша. Почему Дима? Я знал, что он Саша. Все, давайте, пока. Пока, хорошее настроение, увидимся на следующей неделе.